Так, и всем привет, это Арвинос, это новая серия Forever Standing. Что произошло за это время? Ну, как видите, сделал лук, добавил еще стрел, сделал сковороду, которая почему-то в этой версии, ну, во всяком случае, в 1.7.10 она ставилась. А это вот не хотит, так что... Как ей пользоваться, я сильно не знаю. Так, друзья, вы сюда придете. Вот, лук дал свои, как это называется, плюсы. Так, это у меня сейчас ночь прошла, да? Хаски. Давайте, давайте, давайте. Падайте все вот туда, туда, молодцы. Вот, у меня есть сковородка, она вот... Действует интересно, она откидывает. Вот. Ну, это не очень выгодно. И судя по тому, что на меня постоянно накладывается жара, у нас наступило... Наверное, лето, я так полагаю, потому что очень сильно начинаю нагреваться. Так, давай, что, все? Ладно, так, это мы скидываем. И что я сегодня решил сделать? Сегодня я решил сходить все же в город. Я прорыл тоннель. Так, все ли у меня есть, что мне надо, чтобы это сделать? Я так только думаю. Так, возьмем на всякий случай одно зелье. Вот это, Splash Point. На сколько? На минуту? На 2 минуты. От горячительная штука. Так, давай, замораживайся. Хорошо. Вот. Ах, да, я еще хотел, нафармил эмеральдов еще и плюс другой руды. Короче, мы фармили, и наконец-то фармили. Раз, два, три, четыре. Я хочу жителя получить. Так, 28. Так, это не то. Блин, опять не то. Так, квесты, survival. Вот этот квест я почти что все выполнил. Осталось 4 эндермана загубить. С ними чуть проблемы. Стив так и нет у меня. Так, лайф. Вилладжер. Вот это я могу. Комплит. Да, подождите, как я его могу? Дан. Да? И где? Чё-то не понял я. А где яйцо? Чё, забрало? Клайм, да. Так, яйцо у нас есть. И квест. Лайф. Так, с помощью этого яйца я могу взять себе Life, Lost Chest. Ну, я этого делать не хочу. Я хочу себе завести жителя, который будет мне сюда привлекать, как бы, зомби. Так, вот они, зомби. Так, значит, делаем вот такую шутку. Так. И житель у нас будет жить вот тут. Ты кто? Ага, за эмеральды и за кол продаешь, да? И за кол кейк. Ага. Значит, кол кейк у меня есть. О, рельсы. Это очень хорошо. Рельсы это очень хорошо. Вот. Ладно, пока я все больше ничего сделать не могу. Вроде бы как. По моему понятию, пошли, походим по данжам. Пока у нас не наступила ночь, и мне не стало все еще хуже. Так, тут вот мною прорыть туннель, аж
Ну, по карте видно, вот до города. Ладно, я оттуда добегу и появлюсь. Так, забегаю я, короче, до точки, полудохлый, полуголодный и перегретый. Так, значит, мне надо сейчас обязательно поесть. Так, поесть, попить. Так, попить мы попили, попить надо, да? Так, это есть, значит, еда есть. Так, тут у меня, естественно, стоит штука, чтобы охлаждаться. Надеюсь, она действует. Так, все хорошо. Давай, как можно сильнее, вплоть можно до этих самых, до снежинок. Давай, остужай меня сильно. Во, все, я переохладил. Идем вверх. Тут с помощью факелов я убирал песок. И, блин, не дай бог, наступила ночь. Это будет, конечно, дикий фейл. Блин, по-моему, ночь наступила, действительно. Твою ж дивизию. Ладно, извините, но ночью в город я не пойду. Вон. Идем поспим. Так, вот, наступило утро. И ладно, раз я уже добежал, бежим на город. Так, вроде тут никого нету. Я тут все за... Так, этот надо сейчас убрать. Вот, я тут первых два дома чуть-чуть засветил. Поэтому у нас тут вроде бы не страшно. Тут у нас крипера. Тут у нас какой-то уже ящичек есть. Я даже не знаю, что в нем. Как видите, я его не открывал. Вот это можем забрать. Это нам для чарки пригодится. Я даже не знаю, что тут. И, по-моему, кто-то блок не взял. Так. Ну, неважно, что тут. Забираем все. Так, там наверху ничего нету. Ага, вот тут что-то есть, но мне нечем забраться. Так, идем в следующий дом. О, ящички есть. Так, F7. Так, включаем. Блин, я даже блоков не взял. Ё-моё. Да, блин, давай, залазь. Ладно, сделаем нехорошо. Вот эти уберем. Я не знаю, есть ли тут где-то освещение. Так, это есть. Один, по-моему, есть предмет, который нам нужен. Так, полочки забираем. Тут странно, второго уровня нету. Так, там вот, ай, там спаунер. Его надо по-быстрому обезвредить. Вот, чтоб тут никто не появился. И пошли дальше. Блин, ну, а где же те дома, в которых раньше были, во, вот в таких вот цехах живет то, чего мне надо. Да, блин, иди отсюда. Ага, там еще и... Ай! Ага, вы тут за стеклом, да? Хорошо. Вот это здание мне надо, в нем живет то, что мне надо. Так. Я так понимаю, у нас тут ифриты летают. Ага, компрессит ифриты. Ну, вы там развлекаетесь, короче, ребята. А я тут немножко поиграю. О!
Так. Так, мне надо вот эти вот все штуки. Вот. Так, мне надо вот эти вот приборы. Я хоть складывать есть куда? Так. Так. Не висни. Взяли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, что-то надо выкинуть, что мне не надо. И взять остальные инструменты. Это мне не надо, это мне не надо. Мне надо забрать вот там все, что у нас есть. Вот эту штуку. Вместо чего? Думай быстрее. Кости. Нафиг. Давай. Quest complete. Все, можем возвращаться. Вот, можем возвращаться домой. Так, quest complete. Мы можем сделать эту нашу самую, как она называется. Ну, еще извините, я тут, наверное, тпшность, потому что места много занимает. А время бежать не особенно есть. Так, и тем более автор этого не забирал. Так, это мы забираем сюда. Так, это эти что, приборы, кастинг тейбл, это мы едим. Так, это можно сюда, книги сюда. Ящик сюда, Фири Вуд, хорошая вещь. Так, концентратор Soil. Да, ящики, наверное, я возьму. Надо подготовить место, чтобы потом еще что-то скидывать. Так, этот не открывается. И этот не открывается. Ну и что с ним? Ого, книг понасобирал 64. Так, значит, теперь возвращаемся обратно. Гом. Город. Чтоб, ну, более-менее по-честному было. Вот там у нас храм есть. И я хочу в него попасть. Так, у нас все есть, все есть. Я не знаю, смогу ли оттуда, если там на дне чего-нибудь, так и всем. Ладно, пускай будет, мне надо будет освещать. Потом еще в город будем ходить. Мы, наверное, назвали серию за плюшками. Так, тут освещаем. В прошлый раз тут меня заквасили. Вот, и сейчас кто-то пытается кваснуть. Так. А у вас тут еще спавнер, что ли, или как? Или просто место такое? Так, красное убрали. Это убрали. Все. Вроде я тут более-менее в безопасности. Да? Вроде бы. Не сильно торопимся, ибо у меня времени есть сейчас. Так, значит, опускаемся вниз и, надеюсь, не будет западло там. Так, я уже вижу красненькое. Полупнем красненького. Ты, плита нажимная, сразу нафиг. Все. Так. Ладно, все заберу. Заберу. Так, что там? Санд. Ну ладно, пускай пока не заберу. Так. Такое ощущение, что я тут все не заберу. Санд убираем. Это
Вместо чего? Вместо нажимной плиты. Так, это берем яблочки. Уже не все берется. Так, гнилая плоть, порох оставляем. Это мы можем воспользоваться. Так, факела можем отложить. Яблочко золотое забираем. Чизовый блок откидываем. Медь берем. Что еще мне тут не надо? О, стрелы. Не, стрелы вообще-то. Хотя стрелы не особо. Так, последний. Нитки забираем. Этот боуны берем. На шлепник. А, можем покушать. Вот это вот. Так, место одно освободили. Вот это взять. Еще можем покушать. Что можем съесть? Если у нас тут что съедобного? Ничего. Так, это и что еще? Вместо чего положить? И что взять? Так, так, так. Так, чест. Блин, еще и нагреваюсь, да? Так, один меч остался. Вместо чего? Ладно, ну вот это оставим. Их уже тут слишком много. Мне столько не понадобится. Теперь мне надо отсюда выбраться. Но золотое яблочко я точно не оставлю. Сплэш поинт от температуры. Ладно. Никогда не пользовался. Fire resistance. Где я положил сам стол? Смочь, чиза. Из этого можно сделать сандстоун. Санд. Делаем сандстоун. Так. Все, выбираемся отсюда нафиг. Странно, я же выпил зелье, а меня все равно калашматит. О, у нас ночь начинается. Так. Давай, беги, беги, давай, давай, вон там. Фу, есть, правда, еще один, вот там вот. Ага. Конечно, сейчас я все разрешу, и вы меня съедите. Так, все, до свидания, ребята. Так, можем выпить одну зельку, чтобы там меня тут чуть-чуть калашматит. Так, спускаемся вниз, охлаждаемся. О, уже полегче. Садимся в воду, охлаждаемся. Heat resistance. Heat resistance. Все, остыли. Ну, в принципе, я могу уже бежать, но делаем так. Хоми. Так, скидываем честно награбленное сюда. Айш, не знаю для чего. Так, это пока мы... Сюда мечи. А, это я тут ставил ящик, который открыть не могу. Так. Вот. Так, это мы все. Пока то, что нам не надо, скидываем сюда. Вот. Это пурпур, это ясно. Так, теперь какой тут нам лучше? К ведро с водой у меня только есть, да. Блин, куда его тут? Ага, тут boiled eggs. Ладно, сливаем. Берем вот эту штуку. Закидываем. Он вырабатывает 20 РФ. Так, этот увеличивает объем. Этот 143 РФ вырабатывает. Этот 40.
Это 20. Это, наверное, скоростные апгрейды. Вот, значит, вот это вот ставим и вырабатываем 143 РФ за тип. Для меня это ой-ой-ой, как много. Так. Ага. И можем получить лазер. Это, то есть, это вот. Во. Так. А что такое? Так, F7 отрубаем. А вас что, не привлекает мой житель, а? Житель, здоров. Блин, он из жителя гасит. Что у тебя? Вот насчет этого я не знаю. Так, это не есть хорошо, значит, будем делать по-другому. Так, житель. Довольно-таки неплохой. Поэтому мы тебя немножко пересели. Так, будешь у нас жить тогда вот тут. Так. Живи тут, а тут мы замуруем. Теперь я тебя не трогаю. Спасибо, житель, за вашу работу, за то, что вы привлекаете новых клиентов. Так, значит, вот это все забираем. Так, броню. По возможности всю. Ладно, вы сами тут найдете к нему. Вот так, это сюда. Ух ты. У меня уже ничего не лазит. Ладно, броня пойдет сюда и все. Так. Хорошо. Так, у меня одежда нормальная. Штаны червоные есть хорошие? Нету. Хорошо, у нас есть печка. Так, все два. Так, что мы имеем? Кастинг тейбл, сирен бич, этот, и сирит сквит. Окей. Где будет у нас стоять печурка? Наверное, тут. Где-нибудь. Так, что у нас по лесу? Лес работает, щепки шумят. Так, где ж тут печку-то поставить? Мне надо немного, немало места. Блин, тут у меня ресурсы. В принципе, можно сделать очень все просто. Ладно, сейчас сделаю немножко менеджмент и верну. Так, и судя по всему, все же у нас наступило лето. Но надо будет как-то смотреть. Ну, правда, вот эти не сохнут, но черт знает. В общем, что я сделал? Я тут немножко все сдвинул, поэтому сейчас у нас будет примерно следующее.
Раз, два, три, четыре. Буду делать маленькую печку 2 на 2. Хотя подождите, наверное, выберу не так. Сам и стена. Так, 4 кубика ставим сюда. Угу. 52. Чпок, 22. Так, как всегда, у кого-то нету блоков, чтобы что-то построить, да? Ну ладно, сейчас это мы исправим. 64 блока возьмем и сделаем себе тинкер-печку. Так, 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 на всякий случай сюда, сюда и сюда. Так, тут тоже понадобится. Так вот будет неплохо. Так, значит, здесь 2, здесь 1. Так, тут у нас будет основной сирик там для лавы тута. Стекло можем поставить сюда. И слива у нас 2. Мне, в принципе, и одного бы хватило. Ну ладно, поставим слив еще один на будущее вот тут там. Все, печка у нас, по идее, работает. Да, работает. Осталось ее только увеличить. Так, сливы. Ага, сливы у нас... Это более новая версия, поэтому слив, наверное, будет вот такой. Не, вот тут у нас это, тут у нас это. И сюда. Во. Блин, опять у меня жарко. Да что ж такое-то? Так, где у нас ведро? Раз, лава. Сюда. Два лава. Сюда. Три лава сюда. И 4 лава сюда. Так, теперь мне надо бежать охладиться. Блин, чё... Что за нафиг? Что так жарко становится? Очень быстро теряю. Наверное, надо будет новый костюмчик делать. Так, я... Может, из-за того, что я пить хочу? Черт его знает. Вот, может, из-за жажды. Так, раз, два. Берем 2, вода. Угу. Блоки у меня есть. Так, теперь мне надо расплавить... Подождите, алюминий плюс медь, это... Так, мне нужны детальки. Я хочу вот эту. Марию Ванну хочу. Крестики. И что еще я хочу? Ну, допустим, это, да? Вот, 2 детальки. Мне надо медь и алюминий. Так, у меня тут вот есть алюминий купер. Крашит купер, крашит айрон никель, айрон ор. Ладно, айрон возьмем, брокен айрон. Еще где айрон? Алюминий. И что такое купер? Копер. Так, весь алюминий копер я забрал, мне его лень перерабатывать, поэтому будем плавить сразу же его. Так, вначале алюминий. И надо не забыть, что надо увеличить вот эту печку. Так, 19. Мы будем ее увеличивать. Так, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Высоту я могу строить, сколько я захочу. Так. 64 кирпича. 16 рублей. Так. Вот, будем увеличивать. 5. Ай. Ай-яй-яй, я упал.
Так, и еще я могу вот это сделать. Все. Больше у меня ресурсов пока лишь нету. Но это не проблема. Будем плавить каблук, получать печку. Так, придется вернуться. Так, нажимаем мы всем. Ага, так я и думал. Факелов у меня и нет с собой, да? Ах ты ж. Нехорошо. Железные кирки делать не хочу, потому что на них придется тратиться с железом. А, я топор не положил сюда. Я думаю, что у меня это не работает. Блин, где эта штука? На, работай. И это надо тоже пережаривать. Тоже работай. Так, мне что-то надо было, что-то я хотел. Нет, ты тут не растешь. Так, саженцы сюда, ананасы сюда, сам садимся, охлаждаемся. Что я хотел? Что я сюда припер? А, не, фонарики нужны. Факела есть, точнее быть. Так, факела. Для этого надо деревянный вот этот. А то сейчас как понаспавнится там, друзья, товарищи. Так, серебрики. А, кстати, нам же, наверное, дали из Complete Done. Complete Think Arrow. Climb. Ага, так нам тут это все и дали, да? Done. Что дальше? Better Obsidian Pickaxe Head, Obsidian Shovel Head, Obsidian Tool Rod. Вау, сколько дадут. А тут инженерик мануал, Tethered Wood Plank, в принципе, так, ладно, идем перерабатывать для начала все. Так, что у нас тут? Iron. Iron, Iron. Iron, что так? Копер и алюминий. Два. Уже. Приперся. Не успел я, блин. А вот, смотрите, какой хороший лук. Ну, куда ты прешь? По таким способам я убил очень много мобов. Какого моба? Блин, эндерман. Андрюша, ко мне. Давай. Сюда. Сейчас оденемся, еще попробуем вломить. Так, где мой меч? Дали, какой он мощный был. Говнюк, а? Нифига, я тебя по чуть-чуть, но заломаю. И я тебя уломаю полностью. Так, отдай мои фигнюшки. Где мои ботинки? Куда ботинки дел? Штаны, ботинки, меч. А, есть. Еще один. Фу. Ну ладно, много жизни потратил, зато его убил. Так, мог, не мог. Так, обсидиановый, говорите, да? О, лут-чест у нас есть. Что дали?
Карпентер, хорошая вещь. Так, там я все убрал. Так, что у нас тут есть? Молотен, алюминиум, брас, алюминиум. А сколько они требуют? Два. Алюминиум, брат. Так, у нас еще есть наггеты. Паудер. Алюминий. И алюминий давай. Да. Четыре инганта, да? Я хотел вот эти сделать. Что? А, хотя это и есть гварда. Вот этого нету. Так, молтен, алюминий, брас. Алюминий, брас. Давай, отливайся. Это исчезнет. Окей. У нас есть железо. Железо хочу. Давай, отливайся. Вот, эту штуку я хочу повесить на кирку, чтобы у меня был магнетик. Магнетто. Так, ух ты. Это должно лежать. Так, это идет сюда, и мы вешаем на кирку магнетик. Вот, у нас появился магнетик. Теперь она будет притягивать. Так, это все неясное, надо скинуть куда-нибудь. Это не надо, не надо. Кактусы тут. Этот. Ой, этот не тут, этот пока не нужен. Так, это мы с собой берем. Это я за много взял. Ладно, это тогда скинем. Так, что от нас там требует? Ой, получить данные. Обух, шавел и тулрот. Ага, нам еще надо кирочка. Так, нам надо кирка. И шавел, лопата. Так, и тулрот каст у нас есть. Вроде бы так. Этот. Ага, и обсидиан еще, естественно. Обсидиана 2 есть. Ну, остальное мы получим. Обсидиану можем получить... Так, вот таким способом. Тыкс. О, у нас тут еще могут появиться друзья. Что-то какие-то они наглые стали, я не понял. Так, нам этот забираем. Тулрот. Обсидиановый нужен. Молтен, давай, отливайся. Так, значит, лаву. Лава. Вода. Так. Что нам еще там надо было? А, еще пикакс нужен. Обсидиановый. Quest complete. Я же только одну сделал. Ну ладно, я не против. Soundforced plate. Ну ладно, поменяем. Loot chest. And stone. Ой, спасибо. Так, это мы плавим. Это не лезет. Ну ладно, это все равно нам отлить надо. Так, молотен, отливайся. Так, и это сюда влезет, влезет. Значит, скидываем сюда. Лопатку ложим, сливаем. Вот он, копая. Так. И мне надо ингот каст. Алюминия дохрена, так что...
мужик. Окей, сейчас вот это мы можем все отливать в алюминий. Так, железо пошло. Вот, ну, в общем, начинаем плавить, да. Эндстон, зачем мне нужен, я не знаю, но мне его дали. Так, Эндстон, нет, он не тут был, не тут был. Дальше. Можем это переплавить. Gold Egant не надо. По-моему, вот эту бронзу можем всю сплавить. Вот это сплавить. Так, мы это вот можем починить. Попробую тоже расплавить. Да, можем. Так, вот у нас вот это забираем отсюда. Это мы не расплавим. Где? Вот это тоже не расплавим. Железных у нас не хватает вещей. Так, тут что можем? Шавл. Нет, невыгодно плавить пока. Их можно объединить просто. Шавл, где они там? Вот, это сюда. Так, что тут расплавить можем? Вроде бы как нет чего тут плавить. Вот, можем все плавить и получать материалы. Так, не дает. Железо тоже не дает. Золото плавится, это плавится. Обсидиан плавить не хочу. Iron Sword не получится, потому что он не починен. Так. Угу. Так, слитки надо забрать. Так, эти, значит, сюда пока мы скидываем. Наводим бардак. Да, это что-то чизло, это Iron. Force Armor может тоже расплавить. Это забираем. Десерт Акация Саплинг, это Forestry. Так, Forestry. Смотрим, плавится ли наша. Она рецепт имеет вообще-то? Нет, она только находится, поэтому я плавить, наверное, не буду. Вдруг надо будет. Так, слитки скидываем в Сюдемус. Так, вот, хорошо, плавится. Теперь нам все намного легче, правда, там удвоения нет. Так, дальше. Идем, поплаваем. И посмотрим, что у нас открылось. Сурвивалист. Грибы. Ну, тут по чуть-чуть я убью к следующему раз. Так, инженеринг мануал. Так, штука. Не штука, инженеринг. Как он там пишет? Инженеринг мануал. Ага, книга и... Левер. Книга. Ну, может, где-то выключатели есть. А вот он, левел. Так, инженерная книга. Так, я у мамы инженер. Чё? А, выбираете или незер, брик или клей. Нет. Наверное, незер брик возьму. Клей я получу без проблем. Клайм. Дан. Так, имеем то, что дали. Так, дальше. Что еще можем сегодня получить? Технологии революшн. Basic. Так, Creating Life, Wolf, это надо коров убивать. Тут я уже все выполнил, так. Team Control, вот она, Modifier, Iron Tool Kit, ух ты. Blast Cook,
Это понятно. 4 Blast Brick, Cookie Black. Я так понимаю, будет не 4, а 24. 4 за 4, 16. 4 за 4, 16. Ну, в общем, тут побольше будет. Clay, Nether Brick и Blast Double Brick. Так, Iron Toolkit. Iron Toolkit. Так, там, наверное, что-то сложное будет. Ага, Iron Leach Plate, Block of Pigiron. И как он получается, Molten Pigiron? Iron Blood Molten Emerald. Ага. Blood надо. И это будет один. Так, Molten Iron без проблем, Blood без проблем, Emerald без проблем. Ага. Блин, да что такое, что я ж... инжиниринг. Ясно. Так, что... Ну, Пигерон, там проблем. Пластины я получу, это не проблема. Это надо будет позже делать. Технология Revolution. Basic Capacitor, Redstone Servo, Lithic Engineering, Tin Fury, Connector, Shomasun, Skeleton Frame. Там. Ну, я не знаю, наверное, сегодня уже немало сделали. Блин, надо тут с этими штуками уже делать менее... Accidental Rod можем вернуть обратно, пускай плавится. Engineering Book сюда. Где там кто-то воет, блин? А, здорово, ребята. Вы тут в гости пришли, да? Компрессию. Так, что ты хочешь? Ну вот, эмеральды я могу за уголь получить. Железную дорогу проложить могу. Эмеральды за уголь, да? Давайте купим у него эмеральды. Посмотрим, что он нам даст. И заодно его подлечим. Так, ты вроде бы там уголь хотел. Три. Ну, восстанавливайся. Молодец. Вагонетку за 5 этих. Ну, дороговато. Так, теперь я могу за эмеральды покупать, за уголь покупать у него эмеральды и штамповать новых жителей. Так, получается. Ну, что-то в этом роде. Так. Броню я не хотел плавить. Так, можем начать делать сирит брики. Так, 64. Вот, из них мы будем получать эти кирпичи и отливать их. Да? Ай! Ну ладно. Черт с вами. Так, а, блуд, интересно, вот из этого получается. Rotten Flesh. Да, получается. То есть с кровью вообще проблем нет. Так. Кто-то у меня сбоит вещь. Так. Эту палку хотел скинуть, пережарить. Ага, некуда. Вот, хорошо. Так, это забираем. И переводим в уголь. А уголь несем сюда. Вот такой круговорот дерева в природе. Так. Стараюсь сейчас убить этого самого
как и у Эндермана, еще пару сделать. Как его, в общем, выполнить квест. Так, так, яблоки сюда. И это сюда. Ладно, на сегодня, наверное, хватит. А то я тут разыгрался уже. Вот, и где-то надо будет делать склад еще. Наверное, тут вот все ящиками забить, сделать склад. Вот таких во. Угу, точно надо сделать вот ящики понаставить. И будет все замечательно. А то мне некуда ничего девать. Вот. Rotten Flesh. Что оно там с курицами творится, интересно. Я давно уже не проверял. Ох ты, чё. Вот. Ну что, сегодня сделали печку. Еще вот там храм номер 2, 263 метра есть. Это, думаю, в следующий день сходим, в следующую серию. Там вот 248 метров. И под конец еще одного загубить. Андрюшу. Так, и все можно убрать. Ты? Ох ты ж. Нехорошая. Где? Компрессит пол? Это хорошо. Ее надо загубить. Она мне даст очень много ТО. Куды? Где компрессит пол? Вот она. Только топором. Где ты? Компрессит пол. Компрессит кол. Где тут из вас компрессит кол? Ну и где? Должно было из нее вылезти, да, хрена? Кол. Странно. Чип, иди сюда. Где корова смылась? Иди сюда. Сама нарвалась, я не виноват. Так, 6. Ну, надо будет поубивать корову. Вот. Ну ладно, все, будем прощаться. Спасибо, что смотрели. С вами был Альвинос и Forever Standing. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Планирую в следующей серии сходить в храм номер 2, построить добычу этих самых... Так, добычу чего-то там. Так, Tiny Fury Connector. Вот эти выполнить. Light Engineering Block, Redstone Servo. Вот. Ну, вот такие планы сейчас. С вами был Альвина. Спасибо и пока.